think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, не получилось у меня на моем аккаунте зайти, зашли на аккаунте Бати, потому что я у себя зарегистрировался, и меня не пустило, к сожалению, в новую локацию. У него пустило, в общем, поехали, смотрим. Все наподобие той же самой темы, что New Dawn, то есть вот все гильдии закинуты. В принципе, карта не особо большая, я так понял. Я не знаю, сколько тут гильдий, 200, наверное, будет. Такс. Что-то можно обновить. Рейтинги. Гильдий. Очки есть. Поиск. Это, наверное, то, кто удержит самую топовую. Центр, насколько я понял. Седьмой левел. Вот уже кто-то на кого-то нападает. Короче, я так понял, здесь просто тупо воевать надо. Так, это ихние координаты. Это атаковать. Это, я так насколько понял, быстрая вылазка. Информация о гильдии. То есть это все можно делать. Вот таким вот образом оно здесь позначено. Вот ресурсы у вас есть. В общем, определенные ресурсы. Странно все как-то выглядит, ну, как я и говорил. Вот, по регионам все понятно, тут даже больше будет. Тут все по регионам, карта общая есть. Так, я хочу захватить. Что мне делать? Короче, трэш полный творится. Ага, вот имперский город. Это самый основной, кто его захватит. Ну, честно скажу, блядь, судя по реализации, такая хрень. Вот это вот ресурсы эти. Один в один слизано оттуда. Просто писец какой-то. Вот, честно скажу, не знаю. Я вот так вот смотрю, и у меня никакого восторга от этого нет. Так, это наш лагерь. Инфо. Это ресурсы, которые мы можем захватывать. Ага, вот. Вот так вот. То есть можно ближайшее. Вот 3000 в час. Это то, что вы можете сделать. Так. Это наш дом. Лагерь. Это вылазка. А вот напасть можно вот таким вот образом. Ближайшие территории. То есть вы захватываете их. Так, хорошо, давайте сюда попробуем продвинуться. Создать команду. Что у нас тут есть? Шаги, ресурсы. Короче, так все замудрено, честно говоря. Сейчас я почитаю изначально. Каждый сезон длится 14 дней. Члены гильдии могут самостоятельно пройти регистрацию, но смогут участвовать в событии только после того, как лидер гильдии зарегистрируется и наберется минимум 5 членов. Через 72 часа после начала регистрации гильдии будут размещены на поле события. На каждом поле битвы будет размещено множество враждебных гильдий. Хорошо, это мы поняли. Поехали, нажимаем на атаку. Ни хрена непонятно. Вот каким образом бежать туда? Максимум 40. Ага, вот так вот. Создается пачка. Понятно. Значит, создаем пачку. Берем фрейм. Зефир. Так, сзади закинем ворожея, фрея. Плюс феникс. Ага, это все убрать. Давненько я уже на этом серваке не играл. И тут у бати интересного есть. Оккультиста нету, что ли? Давайте феникса поставим.
Так, сохранили. Вот наша первая пачка есть. Блин, конечно, так как-то все мудрено, честно скажу. Атаковать. Пока не могу. Так, давайте атакуем первой пачкой. Погнали. Отправили. Вот они типа идут. 14 секунд. 12 секунд. То есть они передвигаются. Ну, блядь. Реализация просто кал полный. Вот честно скажу, я смотрю на это все. Ну, блин. Печаль. Вот реально печаль. А, даже в том же самом Ньюдауне. Вот 9 минут мы типа захватили, насколько я понял. А, синеньким позначается. Так, хорошо, идем дальше. А, они не могут, наверное, атаковать. Давайте, каждый игрок может выбрать до 30 героев. Изменить выбор до начала сезона. После начала 3 команды. Каждая команда может вместить до 6 героев. У каждого героя есть атрибут силы, который влияет на ОЗ, очки и атака. Фиолетовая шкала под иконкой героя. Каждый герой начинает с показателя 100. Хорошо. Заходим сюда, смотрим. Ага, вот это вот. Это вот есть, это фиолетовая шкала. Атрибут силы, который влияет на ОЗ. Так, фиолетовая шкала под иконкой героя. Каждый герой начинает с показателями силы в 100. Марши и битвы снижают силу героя, что также снижает ОЗ и атаку героя. Герои, расположенные на клетке города, могут быть добавлены людьми из команд и могут восполнить показатели силы. Расположенные на клетках с ресурсами не могут выполнять такие действия. Понятно, то есть надо возвращаться в город. Вместо индивидуальных баз у игроков будет крепость гильдии, которую нельзя атаковать. Члены гильдии могут высаживаться и возвращаться обратно. Крепость гильдии. Используя крепость гильдии в качестве базы, члены гильдии должны расширить территорию. А счет гильдии будет увеличиваться после успешного захвата имперского замка. То есть это надо идти в центр. Так, клетки с фермой зерном производят еду и воду. Соответственно, еда может быть использована для восстановления силы героя, а вода для марш-бросков. Члена получат по одному сундуку. Ну, в общем, думаю, все понятно. Вот мы можем делать следующий марш-бросок. 27 секунд. Ну, то есть видно, сколько какого ресурса дается в час. Сейчас включу музычку обратно. Не знаю, вот честно скажу, печально. Я все-таки ожидал чего-то большего, чего-то интереснее. А вот тут у нас войны идут. Воюет, ребята. Честно скажу, вот что-то такое себе. Поехали, сейчас попробуем дойти до вражеского. По поводу наград. Куда я там заходил, уже не помню. Так, это 35. Ну вот, гильдия это очки, насколько я понял, кто сколько захватил. Ресурсы, насколько я понял, это за захват гильдейские. Так, что у нас тут есть? Первое. Самики. Неплохо. Тут тоже самоцветы будут даваться. Плюс непонятно какая эмблема. Дальше. Такое себе. Блядь, что-то реально хрень, дичь полная. Самоцветы и за этот. Насколько я понял, возможно, это обычные. Да, это одно, это рейтинг гильдии, то есть это ресурсы даются гильдии. Сундуки такие будут даваться. Ну, по расходникам, в принципе, для бездоната огонь. Так, это в этом рейтинге, а здесь общий рейтинг или как? Я не знаю, кто сколько захватит, скорее всего. Интересно ли такая локация будет? Вот я даже не знаю. Напишите, ребята, в комментах, что вы думаете по поводу этой
локации, ну, я не знаю. Для меня это примитивно. Вот реально, это печаль. Они убили столько времени на локализацию вот этой вот срани. Реально боль. Боль просто. Это мы уже там. Нам надо центр. Вот имперский этот. За захват его 10 левела. То есть к нему надо, насколько я понял, подобраться еще. Либо сделать марш-бросок. Это координаты. По координаты места, куда нападать. В общем, что я могу сказать? Печаль полная. Это кто где с кем воюет. По почта. Это обновить мы не можем. А, так, хорошо. Бум-бум-бум-бум-бум. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Просто вот смотрю и понимаю, что дичь полнейшая. Так, что у меня кого-то уже убили. А, наверное, поменяла ресурсы. Ну, типа, у кого больше силы осталось. Избранное, это мои команды. Первая, вторая, третья. То есть можно команды собрать. И так быстрее нафармить. Побольше ресурса. Максимум можно 80 клеток, насколько я понял, захватить. У нас сейчас 4, это 5 будет. Здесь плюс отображается для всей гильдии. То есть это больше гильдейская локация. Ну, не знаю, реализация просто боль. Просто печаль. И я в шоке, блядь. Такую хрень создать... Это просто пипец. Я не знаю, кто в это будет играть. Ну, в принципе, кому надо ресурсы, ребята будут фармить. Но я считаю, это просто днищенская локация очередной дичью полной, в которой, ну, писькомерство. Ну, я не знаю, как на русском посмотрим, как на английском. На русском интересно будет посмотреть, что будет делаться. Но вот это реально печаль. Поехали, нападем на ихний город. Попробуем их захватить. Одна минута. Но плюхи, конечно, печальные. Я думал, ожидал все-таки чего-то большего. А, да, тут, ну это скорее всего за имперские награды будут вот эти. Это за по окончанию сезона, скорее всего, так. А, то есть, кто займет там первое место, получит. Здесь по очкам будут такие плюхи. Ну, все равно нормальные плюхи, скажем так, но убивать время на эту локацию, думаю, многие не станут. В общем, такие вот, ребятушки, пироги. Сейчас посмотрим. 27 секунд. Не знаю, вот, просто печаль. Полная печаль, полный обзор я вам локации сделал. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Ставьте лайки и подождем на русском сервере, посмотрим, побомбим. Я не знаю, что тут просто говорить после... Так, что у нас тут бой? Что у нас типа уработали, ушатали? 8 секунд. Чем мы возвращаемся обратно? Сейчас посмотрим. Да, нас вернули обратно. Я не знаю, что мы тут забрали. Типа 290. Это типа можно еще раз на них нападать. Ну, в общем, таким вот образом бегаешь, захватываешь. Да, у них прочность у нас 200. Было 300-300, минус 10. Тут что у нас 300-300. В общем, какое-то такое, знаете, непонятное что-то происходит. 3000, 200-200, это, наверное, какие-то обычные. В общем, не знаю. Я не знаю даже, что вам сказать.
смотрю на это все и понимаю, что дичь полнейшая, а не локация. IGG, как обычно, вот мое мнение, они просто обосрались. В принципе, все, тут больше нечего сказать. Сейчас 28 секунд, еще раз посмотрим, что вот это вот означает. 290-300, может это типа можно их захватить. Не знаю, но... Это боль. Это просто боль. Вы знаете, в Ньюдауне реализация намного, мне кажется, интереснее и круче была, нежели здесь. Тут просто это сырое. Да, 280. Ну, в общем, таким вот образом можно бегать, нападать их, завоевывать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.